начнет второе отделение концерта из музыки Вениамина Баснера. Его произведение «Шесть стихотворений Пушкина для высокого голоса и фортепиано». Две даты стоят на этом сочинении. Две даты довольно необычного разрыва 1948 и не через дефис, а именно через запятую. То есть какой-то ряд номеров был написан в 1948 году и 1987. Вы знаете, какой-то удивительный аристократизм свойственен этому сочинению. Его речитативная серьезность, на мой взгляд, перекликается с одним из лучших вокальных сочинений Дмитрия Шостаковича, сюиты стихи Микеланджело, когда был сюит фортепиано. Та же изумительная свобода владения остановленным речитативом, очень свободным и очень одновременно тонко, напевно, доверчиво работающим с очень внутренним смыслом текста. Шесть номеров. Каждый номеров имеет свое посвящение. Надежды сладостно младенчески дышат, памяти Нины Баснера. В поле чисто серебрится, затонуть скучных шпач, что вы мне тебе моем, а и слугу моей любви. Не дай ли вам сойти с ума, Борис Иванович, воспоминания памяти Бориса Владимировича Гузнера, кто волны вас остановил, Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Шесть стихотворений Пушкина. Исполняли солисты национального театра Януш Мелехов, партию фортепиано Юлия Щербакова. Thank you.
Yeah.
Thank you.
пока идет остановка стульев, я скажу то, что я как-то сказал про Аргуса. Это интересная штука. Значит, Вениамин Ефимович был очень дружен с двумя своими современниками, отличными композиторами Моисеем Вайнбергом и Борисом Чайковским. В разные периоды, более близкие периоды. Дело в том, что в четвертом квартете есть какие-то фрагменты, которые слушая я давно не слушал сочинение, а вот слушал вдруг я поймался на мысли, что я слышу моменты, которые невероятно сходны с какими-то очень яркими фрагментами из пятого квартета Бориса Чайковского и фортепианного квартета, концерта Бориса Чайковского. Только я должен сказать, что четвертый квартет Барстера написан в 69-м году, а фортепианный концерт Бориса Чайковского и его пятый квартет в течение 70-х. Здесь бесспорно можно говорить о большом влиянии Вениамина Барстера на Бориса Чайковского.
Thank you.
концерта, действительно же, движение там не готовили никаких специальных весовых номеров и так далее. В течение концерта, которое, скажем, у меня лично какие-то особые, особо дорогие воспоминания связаны. Дело в том, что Илья Ильич закончил его при мне, и при мне же вернулся совершенно бесконечно счастливый из Кисловодска, где состоялась его премьера. Я имею в виду стихотворение «Целителя нервов». Причем премьера состоялась в Кисловодске в оркестровой версии для баса и симфонического оркестра, дирижировал чудесный музыкант Леонид Шуман, большой друг Леонид Ильич, мой друг, чудесный музыкант, и пел прекрасный певец на бас, Сергей Сидюков. Это было очень здорово. И я, честно говоря, думал, что это сочинение будет более репертуарная судьба. Но у нас, видите, вообще с репертуарной судьбой странно будет судьба. И я редко, крайне редко вижу на современнику классного композитора его поколения, того же Вайнберга, Горищиковского, которого я вспоминал, когда последний раз живем с поколением. Ну, благо, сейчас есть интернет, да, не есть. Я хочу сказать, что в каком-то смысле это несколько потерянное поколение академической музыки, потому что оно пришло в свое время чуть позже Прокофьева Шостаковича. Но и Запад, и потом здесь начали вслед за Шостаковичем Прокофьевым скорее слушать музыку Шлицкого Байдулиной, то есть новой авангардной волны. А вот это вот замечательное академический срез музыки остался несколько на втором плане, что очень печально, поскольку вы только что все это слышите, да, какой высочайший уровень это мастерства музыкального, и сколько здесь свежайших идей. То же самое, как поведение Чайковского, Бориса Чайковского, и можно и Вайнберга слушать замечательную музыку. Все вы знаете прекрасно Вайнберга, что это не было, как его было классно, человек, которого за десятки все не называется. Сейчас не помню, что сейчас называется. Так вот, я думал, что у Лермонтовского цикла более счастливая репертуарная судьба, чтобы было чаще. Может быть, связано с тем, что пугают, что тут бас, симфонический оркестр. Но вот счастливая возможность, потому что бас прислал мне ноты клавира, то есть сочинение можно исполнять и для голоса с фортепиано. Голосом с фортепиано, что сегодня, как сегодня оно не прозвучит. Пять стихотворений Георгия Лермонтова. Для голоса и фортепиано 78 года, премьера состоялась в 79-м, Кисловодской площади. Номер первый «Кавказ», второй «Вечерний выстрел», третий «Сон», четвертое «Завещание», пятое «Родина». Для исполнения этого произведения я пригласил певца из Москвы, солиста ансамбля «Старинный музыки» из Андреева Полонского, того ансамбля, который раньше назывался «Мадригал», но там произошла довольно драматичная история. «Мадригала» стало два, чтобы это ансамбль, тот ансамбль, который настоящий «Мадригал», который создал Андрей Волконский, вот этого самого ансамбля «Мадригал», который сейчас существует, Андрея Волконского, и является солистом Юрий Вустин, Москва, бас. А партию фортепиано исполнит в решении сегодняшнего вечера концертмейстер национального театра. Thank you.
Субтитры создавал DimaTorzok.
Yes.